В Ульяновской городской думе состоялось первое заседание депутатов 6-го созыва. За звание народного избранника на прошедших выборах боролись 272 кандидата. Свой голос отдали свыше 110 тысяч избирателей. Как итог, разделили 40 мандатов. Большинство мест в городском парламенте, а это 36 мандатов, заняли представители правящей партии. На первом заседании гордумы присутствовал губернатор Морозов. Глава региона еще раз подчеркнул нестабильность и напряженный эмоциональный окрас прошедшей избирательной кампании. Да и землякам было не до выборов, считает он. И нам нужно было достучаться до каждого из них, пойти к ним, несмотря где-то даже на реальную опасность заражения коронавирусом. И я еще раз повторяю, вы сделали. Ваши оппоненты не нашли ничего лучшего. Они побоялись. Это элементы трусости, политической бездарности. Пользуясь случаем, Сергей Морозов предотвратил череду слухов и заявил, с 5 октября школьники уйдут на каникулы, которые продлятся до 18 числа. В последующем дети будут чередовать месяц учебы и 2 недели каникул. Это не позволяет создаться цепочке, которая может привести к какой-то там зараженности детей. И в конце концов это решает вопрос, чтобы они уходили в дистанционное обучение. Самим депутатам рекомендовал обратить внимание на работу управляющей компании и выступил с инициативой создать народный рейтинг этих организаций, а также экологический рейтинг. Все это должно найти отражение в программе по развитию округов каждого депутата. В ходе избирательной кампании я получил более 600 наказов от жителей верхней террасы. Наказы самые разные. Ремонт дорог, ремонт школ, поликлиник, детских садов. Последняя социология, как региональная, так и федеральная, показывает, что один из приоритетов, волнующих наших граждан, это вопросы здравоохранения и социальной политики. Основные планы по пригородному, например, это устройство канализации центральной и, в общем-то, бесперебойного водоснабжения. То есть достаточно глобальные задачи, которые требуют вмешательства руководства и города, и области для дальнейшего его развития. После всех вступительных слов о церемонии вручения удостоверений депутаты избрали своего председателя. Антон Антипов выдвинул кандидатуру экс-спикера Думы 5-го созыва Ильи Ножичкина. В итоге в бюллетень включили только его фамилию, за которую единогласно все и проголосовали. Конечная цель – это комфортное проживание для каждого жителя города Ульяновска. Комфорт подразумевает не только отремонтированный асфальт возле своего подъезда. Нужно куда-то выйти с семьей вечером, потому что большую часть свободного времени люди проводят у себя в спальных микрорайонах. Значит, там центры притяжения должны быть такими, которые удобны для детей, для семей, для жителей разного возраста. Определились депутаты на первом заседании с вице-спикером и заместителями Думы. Рената Алиулова, Юрий Конихин, Новости УлПравда ТВ.